Привет, ребята! X-Play Cinema. После прошивки слетел e-mail. В общем, если у вас слетел e-mail, смотрим мою инструкцию, как восстановить e-mail на таком и подобном ему телефоне на процессоре МТК. Что, собственно, нужно? Телефон с заряженной более-менее батарейкой, включающийся. Ну, вот увидите на заблокированном экране. Он сразу пишет, нет сим-карты, понятно, неверный e-mail. В меню также можно посмотреть о телефоне. Ну-ка. Так, общая информация. Видите, сведения об e-mail. Видите, пустота. Также можно, в принципе, это все на клавиатуре проверить. Набрав команду, звездочка, решетка, 06, решетка. Видите результат. Сейчас будем восстанавливать e-mail. E-mail вообще написан на наклейке под аккумулятором, либо, как в этом случае, вот здесь на наклеечке сверху. Здесь аккумулятор несъемный. Что нужно сделать? На включенном телефоне, в настройках для разработчиков, отметить галочку «Отладка по USB», иначе ничего не получится. И будем подключать к компьютеру с установленной программой MTK Droid Tools. Ссылочку я на нее дам. Как бы включенный телефон будем подключать. Так, поехали. Смотрим на экран. Да, и переписываем на бумажку e-mail. Просто берем бумажку, переписываем e-mail. Чтобы было удобнее, потому что там вот мелкими цифрами написано. Переписываем аккуратненько, без ошибок. Итак, программа MTK Droid Tools у меня скачана. Ссылочку я дам, но смотрите, программа обновляется, выходят новые версии. Также ссылочка может уже быть недействительная, поэтому... Спокойно можете вбить в Google поиск MTK Droid Tools и скачаете ее с любого другого ресурса. Так, у меня телефон с включенным отладкой по USB подключен к компьютеру. Запускаем MTK Droid Tools. Вот она уже запущена. Вы видите здесь e-mail 1.0, e-mail 2.0. Нужно получить root-права. Без root-прав e-mail сменить будет нереально. Поэтому с помощью этой программы получаем root. Жмем кнопочку root. Да, здесь можно согласиться. Ну вот и все, SuperSU установлен, в принципе. А теперь приступаем к восстановлению e-mail. Вбиваем заранее переписанный e-mail из-под, в общем, на корпусе написано. И жмем «Сменить e-mail». Продолжить, да. Изменения вступят в силу после перезагрузки. Жмем «Reboot» в программе. И кнопочку «Перезагрузить». Телефон перезагружается. Посмотрим результаты. По идее, все сделано правильно. И e-mail сейчас должен определиться в программе.
Вот и все. И мы на месте, ребятки, проверяем прямо на самом телефоне для неверующих, а мы неверующие все. Все окей. Теперь телефон увидит сим-карты, увидит сеть. Иначе в сети работать без имеев он не будет. Спасибо за внимание. Всем хорошего дня и прекрасного настроения. Пока!